До вашої уваги коментар тренера сьогодні переможця Олександра Бабича. Підсумки гри та чи задоволені результатом? Ну, звісно, ми задоволені результатами ігрою, і ми розуміли, що, ну, будемо відкриті, ігра нам давалась, ми грали проти команди, яка протиположно рішає інші задачі, ніж ми. Кремінь бореться за виживання, ми боремося за путівку в Прем'єр-лігу. Ми предполагали, що буде достаточно позиционных атак, мы предполагали, что будет достаточно много моментов. Целенаправленно мы сделали ротацию, которая, в принципе, оправдала. Может быть, даже, скажу так, эту ротацию можно было и нужно было, наверное, сделать в предыдущем матче, потому что где-то эмоций таких правильных не хватило нам после там, серии удачных выездных матчей. Мы сегодня провели хороший матч. Выиграли – это самое главное, и с хорошим настроением готовимся к следующему сопернику. Следующий соперник – это отдельно, скажем так, отдельная будет игра, потому что соперник будет другого качества, соперник будет более организованный и, ну, сильнее по амплуа. Поэтому есть время сейчас восстановиться и подготовиться к следующему матчу с Агробизнесом. Роман Локтионова, подсумки матча, будь ласка. Ну, наверное, в первую очередь хотел бы извиниться перед болельщиками за такую игру и за такой результат. Ну, к этому мы приходим сами и допускаем ошибки сами. В первую очередь хотел бы сказать, что мы проиграли игру не тактически, не схема там проиграла. Проиграли игру индивидуальные действия ряда футболистов. Я в раздевалке сказал, если мы не будем просто давать пас своему на 10 метров, мы будем обороняться, мы будем уставать, и мы никогда в жизни в атаку просто не побежим. Мало остроты, мало открываний вперед, опять же повторюсь, много брака, и проиграли во всех аспектах, и в обороне, и в центре поля проиграли, и в атаке. Опять же, пенальти сами себе привозим, голы сами себе забиваем. Ну, конечно, оно психологически уже будет давлять, потом тем более красная карточка еще в конце. Ну, уже хаос пошел в конце игры. Ну, хорошо, хоть 5-0, не больше. Дякую. Питання будуть? Будь ласка. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що стало переломним моментом для вашої команди в цій грі? Перший гол став переломним. Ми коли пропускаємо гол, у нас вже на ці руки опускаються. Ми вже проігруємо ігру після пропущеного м'яча. Це у нас вже відбувається не першу ігру. Це вже з 5-го тура. Так виходить. Пропускаємо гол, не можемо достати з себе второе дыхание, чтобы бежать, забивать. Ну, повторюсь, много молодежи, с которыми надо работать. И психологически, и над всем. На все надо время. Скажіть, кінцівка гри, як це психологічно ви підсіли після видалення і після пенальті? Во-первых, у нас удаление було. Вот. У нас нету игроков, которые могли бы там ту же позицию крайнего защитника занять. В опорной зоне тоже у нас нет футболистов. У нас Орос Панчишин, тяжелая травма. Вот, поэтому ставим игроков тех, кто есть, и даем шанс молодым. Пока много ошибок, я повторюсь. И на данный момент так. Будем зимой пересматривать, будем с руководством общаться, в каком направлении мы будем дальше двигаться и что вообще делать.